Решила, короче, себя успокоить с лангустинами. Я их порезала вот так по части. Петрушка с этим чесноком. Вот, и лангустину. Пожарю, покажу. Пошло на жарку. Такие большие, что всего лишь три поместилось. Видите, как красиво получается. Ням-ням. Это очень вкусно и очень дорого, конечно. Хорошее, что и получилось. Вот, видите, я умею красиво готовить. Пошла пробовать. Всем приятного аппетита!